Здравствуйте, меня зовут Катя Кушнер. Я приветствую вас на портале dayoga.ru. И сегодня мы будем заниматься направлением Дживамукти-йога. Я покажу класс, который разработан для начинающего и немного продвинутого ученика. Этот класс называется «Час силы». И начинается он с разогрева, состоящего из 10 поз, из 10 асан. Начинаем. Встаем на начало коврика, собираем стопы вместе, собираем ладошки вместе у центра грудной клетки, закрываем глаза и берем несколько дыханий, чтобы настроиться на практику. Дышим через нос, глубокий вдох, плавный выдох. Еще раз глубокий вдох. Выдох. И еще раз вдох. От стоп выталкиваемся вверх, вытягиваем спину, макушка тянется вверх. Выдох. Открываем глаза, вдох. От сердца поднимаем руки вверх, смотрим на большие пальцы рук. И с выдохом, сгибая локти, уходим в наклон к прямым ногам. Расслабляем шею. Вдох, приподнимаем, вытягиваем спину. И с выдохом отшагиваем в собаку мордой вниз. Остаемся в положении собаки мордой вниз на 10 дыханий. Разведите пальцы рук пошире, прижмите ладони к полу, уведите плечи от ушей. Направьте подбородок слегка ключицам и пятки направляем к полу, взгляд в пупок. Вдох, выдох, вдох. Выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, вдох, выдох, шесть, коленные чашечки подтянуты, вдох, выдох, семь, вдох, выдох, 8, вдох, выдох, 9, вдох, выдох, 10. Подгибаем колени, мягкими ногами начинаем идти к рукам, останавливаемся. Стопы ставим на ширину бедер. Выводим руки на 20-25 сантиметров вперед и прижимаем ладони к полу. Если нужно, подсогните колени. Если у вас рядом будут блоки, можно подставить блоки под ладони и тем самым выпрямить ноги в коленях. Сейчас мы просто прижимаем ладони, расслабляем шею, голову, опускаем голову вниз, плечи уводим слегка от ушей. И здесь дышим 10 циклов дыхания. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох. Выдох, три, седалищные косточки, стремимся поднять вверх, низ живота подтянут, вдох, спину вытягиваем, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, вдох, выдох, шесть, вдох, выдох, семь. Вдох, можно чуть-чуть вес качнуть вперед, при этом сохранять стопы на полу. Выдох, 8. Вдох, вводим вес больше в стопы. Выдох, 9. Вдох, выдох, 10. Вдох, приподнимаем взгляд вверх. С выдохом расшагиваем стопы на ширину коврика. Сгибаем колени, опускаем таз вниз. Вставляем локти в колени, ладони собираем вместе, и макушка головы тянется вверх, взгляд перед собой. И мышцы промежности слегка подтянуты вверх. Здесь вдох, выдох, один, вдох, выдох, два, вдох, макушка тянется вверх, выдох, сожмите ладошки больше, три. Вдох, грудная клетка поднимается вверх, выдох, 4, вдох, выдох, 5. Со вдохом опускаем таз на пол, садимся, выдох, выпрямляем ноги вперед. Со вдохом сгибаем оба колена, собираем колени вместе и левой рукой обнимаем колени, вдох, приподнимаем грудную клетку, с выдохом
Скручиваемся в правую сторону и ставим кончики правых пальцев на пол, на одну линию с правым плечом. Смотрим назад. Вдох. Выдох. Один. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Возвращаемся к центру. Правая рука обнимает оба колена. Приподнимаем спину, грудную клетку. И с выдохом то же самое скручиваемся влево. Первая легкая скрутка. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Возвращаемся к центру. Выпрямляем левую ногу. С выдохом правая стопа перешагивает через левое колено. Левая стопа активно сокращается на себя. Со вдохом поднимаем левую руку и с выдохом уходим. Еще раз скрутку, но чуть-чуть глубже. Можно поставить правую ладонь ближе к крестцу. И смотрим назад. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Возвращаемся к центру. Прямляем ноги. Сгибаем левое колено. Перешагиваем через правую ногу. Вдох. Поднимаем правую руку вверх. И с выдохом скручиваемся влево. Чуть глубже. Опять же, подставьте ладонь ближе к крестцу. Спина прямая. Смотрим назад. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Дайте чуть больше вытяжения макушки вверх, выдох, вдох, возвращаемся к центру, выдохом выпрямляем левую ногу, вдох, сгибаем оба колена, поставьте стопы на ширину бедер, стопы параллельно друг другу. Вводим ладони назад, разводим пальцы рук пошире, поднимаем грудную клетку вверх, выпрямляем руки и со вдохом поднимаем таз вверх. Выдох, уводим голову назад, расслабляем шею, пять дыханий здесь. Выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, пальцы ног стоят на полу, таз выше. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Подбородок к ключицам. С выдохом пускаем таз вниз. Ставим стопы ближе. Поднимаемся вверх. И переходим к стене для стойки на руках. 10 циклов дыханий. Опускаем ладони на пол. Подходим ближе, максимально близко ногами к рукам. И со вдохом поднимаемся вверх. Ставим пятки на стену, собираем стопы вместе. Пятками проскользните вверх по стене, стопы сокращаем на себя. Опускаем шею, голову вниз. Подтягиваем живот и стараемся убрать передние ребра больше вовнутрь. Вдох, выдох. Вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, вдох, выдох, шесть, вдох, выдох, семь, вдох, выдох, восемь, вдох, выдох, девять, вдох. Выдох, 10. Аккуратно опускаемся вниз. Уходим в наклон к прямым ногам. Подгибаем колени. Плавно поднимаемся вверх, вверх, вверх. Возьмите секундочку, чтобы поймать баланс. Затем собираем стопы вместе. Уводим руки за спину. За спиной переплетая пальцы рук, сжимаем ладони. Подтягиваем живот вовнутрь, подбородок слегка ключицам, со вдохом поднимаем руки от таза вверх, выдох, один, вдох, руки чуть-чуть выше, выдох, два, вдох, выдох, три,
Вдох, выдох, 4. Вдох. И с выдохом опускаем руки и расплетаем пальцы рук. Со вдохом через стороны поднимаем руки вверх, переплетая пальцы, сжимаем ладони. Выдох, опустите плечи от ушей. Вдох от стоп, вытяжение вверх. Выдох, склоняемся влево. Вдох, возвращаемся к центру. Выдох вправо. Вдох к центру. Выдох влево, чуть глубже наклон. Вдох к центру. И с выдохом вправо. Вдох, возвращаемся к центру. Выдох, сгибая локти, переводим ладони на затылок. Опустите плечи вниз, пупок подтянут. Вдох, поднимаем грудную клетку. И выдох, небольшой прогиб назад. Вдох, выдох. Вдох, поднимаемся к центру. Выдох, опускаем подбородок ключицам, локти вниз. Здесь глубокий вдох. А с выдохом, округляя грудной отдел позвоночника, направляем локти к сердцу. Здесь вдыхаем. Выдох, округляем спину еще больше, направляя локти к пупку. Вдох. Выдох, округляем спину, направляя локти примерно к лобковой косточке. Здесь вдох. С выдохом еще больше округляя спину, локти направляем к бедрам. Вдох. И с выдохом направляем локти к коленям. Вдох, сгибаем колени. Выдох, опускаем лоб на колени, локтями сжимая колени. Вдох, поднимаем грудную клетку, не меняя положение ног. Выдох, направляем копчик вниз. Вдох, вырастаем вверх. Выдох здесь же. Вдох, поднимаем грудную клетку. И с выдохом еще раз небольшой прогиб. Вдох, возвращаемся к центру. С выдохом пускаем руки вдоль тела. И находим положение Тадасаны. Большие пальцы ног вместе. Разведите плечи назад. Вытяните пальцы рук. Здесь вдох. И здесь же выдох. Начинаем с приветствия солнцу. Вдох, собирая ладони. Поднимаем руки вверх, смотрим на большие пальцы рук. Выдох, сгибая локти, наклон к прямым ногам. Вдох, поднимаем грудную клетку, взгляд. Выдох, чатуранга дандасана. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Остаемся здесь на 5 циклов дыхания. Вдох, взгляд направляем к пупку, шея вытянута. Выдох, раз. Вдох. Выдох, два. Вдох. Выдох, три. Вдох. Выдох, 4. Вдох. Выдох, согните колени, посмотрите вперед. Со вдохом под шаг или под прыг мы сделаем под шаг. Стопы собираем вместе, поднимаем взгляд вперед. Выдох, наклон к прямым ногам. Вдох, собирая ладони. Проносим ладони через сердце, поднимаем вверх, смотрим на большие пальцы. Выдох, наклон к прямым ногам. Выдох, простите, руки вдоль тела. Второе приветствие солнцу. Переплетаем большие пальцы рук. Приветствие солнца называется Дживамукти А. Переплетаем большие пальцы рук и со вдохом поднимаем руки вверх. Руки, уши, одна линия, небольшой прогиб назад. Выдох. Сгибая колени, уводим руки назад, переплетая пальцы рук, сжимаем ладони и наклон вниз. Вдох, сгибая колени, опускаем ладони, кончики пальцев на пол, отшагиваем правой ногой назад, поднимая взгляд вверх. Выдох, прижимая ладони, отшагиваем левой ногой назад, собака мордой вниз. Вдох, переходим в планку, плечи над запястьями, выдох, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, планка. Выдох, колени, грудная клетка и подбородок на пол. Вдох, вперед в кобру выходим. Выдох, подворачивая пальцы ног, таз к пяткам, собака мордой вниз. Вдох, шагаем правой ногой между рук, поднимая взгляд вверх. Выдох, левый подшаг, правый наклон к прямым ногам. Вдох, согните колени, переплетите пальцы рук,
поднимаемся вверх, вверх, вверх. Опять же, небольшой прогиб. Выдох, сгибая колени. Уводим руки назад, переплетая пальцы рук, наклон. Со вдохом опускаем кончики пальцев, ладони в пол, отшагивая левой ногой назад, поднимая взгляд вверх. Выдох, прижимая ладони, отшаг правой, собака мордой вниз. Вдох, переходим в планку. Выдох, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, планка. Выдох, колени, грудная клетка и подбородок. Вдох, вперед в кобру, плечи дальше от ушей. Выдох через согнутые ноги. Собака мордой вниз. Вдох, широкий шаг левой ногой вперед. Взгляд вверх. Выдох правый, под шаг к левой. Наклон к прямым ногам. Вдох, сгибаем колени, переплетая пальцы рук. Поднимаемся вверх в прогиб. И с выдохом возвращаемся в Тадасану. Здесь несколько дыханий. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Вдох, сгибаем колени. Уткатасана. Передние ребра подтягиваем вовнутрь. Смотрим на большие пальцы рук. Выдох. Пускаем ладони в пол, выпрямляя ноги. Уттанасана. Вдох, приподнимаем грудную клетку, взгляд. Выдох, отшаг или отпрыг. Мы сделаем отшаг. Чатуранга Дандасана. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, шагаем правой ногой между рук. Левая стопа по диагонали. Поднимаемся вверх, воин один. Остаемся здесь, 5 циклов дыханий. Вдох, выдох, 2. Вдох, оба бедра поворачиваем вперед. Выдох, 3. Вдох, выдох, 4. Вдох, выдох, 5. Вдох, выпрямляем правую ногу, раскрывая руки в стороны. С выдохом тянемся за правой рукой вперед и опускаемся в триконасану. Вдох, выдох, плечи от ушей, 2. Вдох, выдох, 3. Вдох, выдох, 4. Вдох, левое бедро дальше назад. Выдох, 5. Направьте взгляд в пол и со вдохом поднимаемся за руками вверх. С выдохом сделаем шаг чуть шире, сгибаем правое колено. Вирабхадрасана 2 или воин 2. Посмотрите на правое колено. Посмотрите, чтобы оно не заваривалось вовнутрь или наружу, но было между вторым и третьим пальцем стопы. Смотрим поверх правой ладони. Копчик уводим под себя и сбрасываем вес в заднюю стопу. Вдох. Выдох. 5 дыханий. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Можно сесть чуть-чуть глубже. Вдох. Выпрямляем правую ногу в колени. С выдохом сгибаем правое колено. И затем, как первый вариант, опускаем правое предплечье поверх правого бедра. Вытягиваем левую руку вдоль уха. Как второй вариант, опускаем правую ладонь на пол и вытягиваем левую руку вдоль уха. И здесь 5 дыханий. Раз, 2, 3, 4, 5. Опускаем левую ладонь на пол, правую руку на пол. Закрываем таз, подшагиваем левой стопой ближе, выпрямляем правую ногу. Стопы прижаты к полу, вдох, приподнимаем грудную клетку вверх. И с выдохом опускаемся вниз к правой ноге. По возможности ладошки прижимаем к полу, расслабляем шею, голову. 5 дыханий, вдох, выдох, вдох. Коленные чашечки потянуты, выдох, внутренняя поверхность бедер подтягивается вверх активно, вдох, выдох, 3, вдох, выдох, 4, вдох,
Выдох, 5. Со вдохом приподнимаем взгляд и опускаем левое колено на пол, так, чтобы левое колено было под левым бедром. Поднимаем корпус тела вверх и проверяем расстояние бедер между левым коленом и правой стопой. Вдох, приподнимаем левую руку вверх с легким вытяжением и с выдохом скручиваемся, уводя левый локоть за правое колено. Собираем ладони вместе, как первый вариант, как второй. Уводим левую пятку назад, поднимая колено от пола. Здесь вдох, выдох, раз, вдох. Смотрите, чтобы левое бедро не заваливалось вовнутрь. Выдох, два, вдох, таз чуть-чуть ниже, макушка вперед. Выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Вдох, возвращаемся к центру, опуская ладони на пол и с выдохом уводим левое колено к внешней стороне правой стопы, опускаемся, садимся. Обе седалищные косточки на полу. Правая стопа прижата к полу. Со вдохом поднимаем левую руку вверх, выдох, скручиваемся. Вдох, выдох, раз, смотрим назад. Вдох, макушка тянется вверх, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Вдох, возвращаемся к центру, с выдохом на одно дыхание для компенсации поворачиваемся влево. Вдох, возвращаемся к центру, выдох, укладываем правую голень поверх левой голени. Если что-то мягкое мешает под седалищными косточками, уводим назад. Стопы сокращаем на себя. Вдох, раскрываем грудную клетку. И с выдохом опускаемся вниз. Ладони поставьте на пол. Расслабьте шею. 5 дыханий. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 2. Вдох. Выдох. 3. Вдох. Выдох. 4. Вдох, выдох, 5. Вдох, поднимаемся вверх. С выдохом перекрещиваем голени, подставляем ладони на пол. И затем отшагиваем назад, собака мордой вниз. Вдох, шагаем левой ногой вперед, правая стопа по диагонали. Поднимаемся вверх, вирабхадрасана 1. Смотрим на большие пальцы рук. Бедра закрываем больше вперед, вес тела уводим на правую пятку, сгибаем больше левое колено, низ живота подтягиваем. Вдох, выдох, три, вдох. Активно работаем внешней стороной правой стопы, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Вдох, упрямляем левую ногу, раскрывая руки, и с выдохом тянемся за левой рукой вперед и вниз. Триконасана. И здесь вдох, выдох, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре. Направьте взгляд в пол, вдох, поднимаемся вверх, выдох, делаем шаг чуть-чуть шире, изгибаем левое колено до угла 90 градусов. Таз опускаем вниз, копчик вниз, крестец вниз, низ живота подтянут, руки параллельно полу, плечи от ушей, грудная клетка поднимается вверх. Вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Вдох, выпрямляем левую ногу, выдох, сгибаем. И как первый вариант, такой же, как мы делали с другой стороны, опускаем предплечье на бедро, выводим правую руку вверх, смотрим на внутреннюю сторону ладони. Вдох, выдох, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Со вдохом опускаем обе ладони на пол,
Выпрямляем левую ногу, подшагиваем правой ближе. Ставим стопы так, чтобы таз закрылся. Вдох, поднимаем грудную клетку, вытягиваемся из ребер передних, из живота подтягиваем, выдох, опускаемся вниз. Ладошки прижимаем к полу. 5 дыханий. Вдох, выдох, раз. Вдох, выдох, два. Вдох, выдох, три. Очень активные здесь ноги. Вдох, спина при этом расслаблена, шея, позвоночник расслаблены. 4. Вдох, выдох, 5. Вдох, поднимаем взгляд и опускаем правое колено на пол под правое бедро. Расстояние между левой стопой и правым коленом – ваши бедра, ширина ваших бедер. Поднимаемся вверх. Вдох, поднимаем правую руку вверх. С выдохом, вводя корпус тела чуть-чуть вперед, уводим локоть за бедро. Собираем ладони вместе и всегда повторяем такую же вариацию, как мы делали с противоположной стороны. Значит, здесь отрываем колено от пола, ладони ближе к центру грудной клетки, оба плеча назад, взгляд вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох, три, вдох, выдох, 4, вдох, выдох, 5. Вдох, возвращаемся к центру и с выдохом уводим правое колено к внешней стороне левой стопы. Опускаемся, садимся. Проверяем, чтобы седалищные косточки были на полу. Левая стопа прижата к полу. Вдох, поднимаем правую руку вверх, простите. И с выдохом скручиваемся влево. Подставляем ладонь ближе к крестцу. 5 дыханий. Вдох. Выдох. 2. Вдох. Выдох, 3, вдох, выдох, 4, вдох, выдох, 5. Вдох, возвращаемся к центру, выдох на одно дыхание для компенсации в противоположную сторону. Вдох, возвращаемся к центру и с выдохом левую голень вводим поверх правой голени. Стопы сокращаем, вдох, приподнимаем грудную клетку, выдох. Проходим за руками вперед. Если вам тяжело опуститься вниз, тогда уйдите настолько, где ваша грудная клетка и спина может быть раскрытой и приподнятой. И останьтесь здесь. Не обязательно ладони, можно кончики пальцев поставить. Направьте подбородок слегка ключицам, и здесь дышим. Выбираем то положение асаны, вариации, в котором вы можете свободно дышать. Это является показателем того, что... Возможно, дальше не нужно проходить и делать асану, если дыхание становится тяжелым, и вам тяжелее сделать вдох и выдох. Будьте там, где дыхание свободное. Вдох, выдох, вдох, поднимаемся вверх. С выдохом раскрываем стопы в широкий угол. Опять же, если нужно, убираем все, что мягкое из-под седалищных косточек, сокращаем стопы на себя. Опускаем ладони на пол перед собой. И не обязательно уходить до конца в пол. Работаем над тем, что раскрываем грудную клетку и направляем крестец к полу. Вдох. 5 дыханий. Выдох. Раз. Вдох. Выдох. 2. Вдох. Выдох. 3. Вдох. Выдох. 4. Вдох, выдох, 5. Вдох, поднимаемся вверх, беремся за внешнюю сторону колен, собираем ноги вместе, перекрещиваем голени, левая голень поверх правой, поднимаем таз и отшагиваем собаку мордой вниз. Вдох, перетекаем в планку, плечи над запястьями, с выдохом вес тела на правую ладонь, внешнее ребро правой стопы. Если это слишком тяжело, можно опустить правое колено на пол, встать на внутреннее ребро левой стопы, поднять левую руку вверх. Или же уходим в чуть более сложное положение, стопа на стопе, направляем копчик вниз, ребра вовнутрь, сокращаем стопы, поднимаем левую руку,
Поднимаем взгляд. Опускаем левую ладонь на пол. Планка. И затем перекатываемся на другую сторону. Вес в левую ладонь, внешнее ребро стопы. Подтягиваем живот, поднимаем правую руку, смотрим вверх. Выдох. Вдох. Выдох. По три дыхания на каждой стороне. Возвращаемся в планку, опускаем колени, грудную клетку и подбородок на пол. Вдох. Перетекаем в кобру, собирая лопатки вместе, локти ближе к ребрам. Выдох. Подворачиваем пальцы ног, смещаем таз к пяткам. Собака мордой вниз. Мы здесь дышим 5 дыханий. Вдох. Выдох. Раз. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Подсогните колени. Со вдохом мягкий прыжок к рукам. Стопы вместе. Поднимаем взгляд. Тянем спину. Выдох. Наклон к прямым ногам. Вдох. Сгибаем колени. Уткатасана. Выдох. Вырастаем вверх. Руки вдоль тела. Тадасана. Вдох. Сгибаем колени. Уткатасана. Выдох. Наклон вниз. Уттанасана. Вдох, поднимаем грудную клетку и взгляд. Выдох прыжком или отшаг. Чатуранга дандасана. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, перетекаем в планку. Выдох, ложимся на живот. Подставляем ладони перед собой. Приподнимаем передние ребра. Затем ложимся обратно. Собираем с ноги вместе, стопы вместе. Они вытянуты в длину. Опускаем лоб на пол. Руки вытягиваем вдоль тела. Вдох, поднимаем плечи вверх, сжимая лопатки. Выдох, направьте пупок вовнутрь. Подтяните мышцы промежности. Вдох, поднимаем ноги вверх, голову вверх. Шалабасана, 5 дыханий. Вдох, выдох, 2. Выдох, 3. Выдох, 4. Вдох, выдох, 5. Опускаемся вниз, на одно дыхание, сгибаем колени, беремся руками за щиколотки, вдох, поднимаемся вверх, смотрим перед собой, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре. Вдох, выдох, 5. Опускаемся вниз. Выводим правую руку вперед. Переворачиваемся, ложимся на спину. Опустившись на спину, согните колени, поставьте стопы ближе к седалищным косточкам, параллельно друг другу. Со вдохом поднимаем. Со вдохом поднимаем таз вверх, вверх, вверх. Собираем плечи поближе, переплетая пальцы рук. Сжимаем ладони, стопы прижаты к полу. Здесь дышим 5 дыханий, полумост. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дайте грудной клетке накатиться больше к подбородку. Выдох, вдох, таз чуть выше. Выдох, не опуская таз. Расплетаем пальцы рук, подставляем ладони к ушам, к плечам. Со вдохом перекатываемся, встаем на макушку головы. Собираем локти параллельно друг к другу, поднимаемся вверх. 5 дыханий, мост. Направляем подбородок к ключицам, опускаемся вниз. Опускаем таз вниз, подтягиваем колени к груди, прижимаем поясницу к полу, глубокий вдох, выдох,
Поднимаем ноги вверх, перекрещиваем правое колено поверх левого, подставляем стопу на пол, сместите таз чуть-чуть вправо, затем или скрещенные, или можно скрестить колени, опускаем налево, колени на линии пупка, или даже чуть-чуть выше, разводим руки в стороны, и взгляд направляем в противоположную сторону, здесь 5 дыханий. Важно, чтобы колени были выше пупка, чтобы вы скручивались не от крестца, а от пупка и выше. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Возвращаемся к центру. Поднимаем ноги вверх. Перекрещиваем левое колено поверх правого. Ставим стопу. Смещаем таз. И опять же опускаем колени. Опускаем колени направо, взгляд уходит налево. Дышим 5 дыханий. Можно закрыть глаза, и очень глубокое дыхание здесь. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, возвращаемся к центру. Подтягиваем колени к груди и, накатываясь, садимся. Садимся, выпрямляем ноги, уводим все, что мягко, из подседалищных косточек, раскрываем грудную клетку, опускаем ладони на линию таза, вдох, поднимаем грудную клетку вверх и с выдохом опускаемся вниз. И после прогибов не уходите в очень глубокую пасчимоттанасану, возьмитесь там, где комфортно или даже легче, чем комфортно. Возьмитесь за голени или за большие пальцы. Вдох, раскройте грудную клетку. Подбородок слегка ключицам. Здесь 5 дыханий. Задняя поверхность ног активна. Низ живота подтянут вовнутрь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Чуть-чуть вытягиваемся больше. И с выдохом еще на 5 дыханий опускаемся чуть ниже. Возьмитесь за внешние ребра стоп. Или просто положите ладони на пол. И здесь дышим. Вдох. Выдох. 2. Вдох. Выдох. 3. Вдох. Выдох. 4. Вдох. Выдох. 5. Вдох, поднимаемся вверх, сгибаем правое колено к груди. Выдох, раскрываем правое колено в сторону, стопу уводим к внутренней поверхности левого бедра. Раскрываем грудную клетку со вдохом и выдох. Опускаемся к левой ноге, макушка тянется вперед. 5 дыханий, вдох, выдох, раз. Вдох, обе седалищные косточки прижаты к полу, выдох, 2. Вдох, макушка тянется вперед. Выдох, 3, вдох, выдох, 4, вдох, выдох, 5. Вдох, поднимаемся вверх, поднимаем правое колено, выдох, выпрямляем ногу, вдох, сгибаем левое, с выдохом раскрываем в сторону, стопа идет к бедру, разворачиваем корпус тела к правой ноге, сокращая правую стопу, вдох, выдох, опускаемся вниз, беремся за правую стопу. Не давайте плечам переворачиваться, плечи параллельно, настолько, насколько вы это ощущаете. Макушка тянется вперед, подбородок ключицам, дышим 5 дыханий. Вдох, поднимаемся вверх, поднимаем левое колено, выдох, выпрямляем ногу. Со вдохом сгибаем оба колена наполовину. Раскрываем колени в стороны, собираем стопы вместе. Беремся руками за щиколотки. Со вдохом раскрываем грудную клетку. И с выдохом сейчас округлите спину максимально. Уведите локти вперед голеней. Опустите руки на стопы и опустите голову вниз. Без напряжения. Спокойных 5 дыханий. Вдох. Отпуская все напряжение из спины, из рук, выдох, вдох,
Выдох. Вдох. Выдох. Шея расслаблена максимально. Вдох. Даже можно ладошки положить на пол. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. С округленной спиной поднимаемся вверх, вверх, вверх. С выдохом выводим стопы чуть-чуть вперед, таз за стопами. И опускаемся, ложимся на спину. Собираем колени вместе, поднимаем ноги вверх. Вводим ноги за голову, халасана. Переплетаем пальцы рук. 5 дыханий здесь. Тянем пятки назад, таз вверх. Расплетаем пальцы рук, подставляем ладони на спину, поднимаем ноги вверх. Саламба, сарвангасана. Выстраиваем тело так, чтобы плечи, таз, колени, стопы были на одной линии. Дышим 10 дыханий. Низ живота дышит. Шипящее дыхание. Еще 5 дыханий здесь. Вдох. Выдох. Сгибаем колени. Опускаем колени к ушам. Собираем стопы вместе. Карна Педасана. Опускаем руки в пол. Аккуратно прижимая ладони к полу, начинаем опускать позвонок за позвонком к полу. Как только ваш крестец коснется, согните колени, поставьте стопы на пол. Затем выпрямляем ноги вперед, вперед. Ставим локти, вдох, поднимаемся на локти и с выдохом макушку головы опускаем на пол. Матьясана. Поднимаем грудную клетку, мышцы спины работают, низ живота подтянут, стопы сократите на себя. 5 дыханий. Опираясь на локти, направляем подбородок к ключицам и аккуратно позвонок за позвонком опускаемся, ложимся на пол. Подтягиваем колени к груди, перекатываемся на правый бок и продолжаем перекатываться в позу ребенка. Опускаемся в позу ребенка, лоб кладем на пол. И завершающий асан — это саламба ширшасана, стойка на голове. И у нее есть несколько вариантов подходов. Не обязательно поднимать ноги вверх. Мы хотим сделать перевернутую асану. Поэтому для начала, что мы сделаем, мы выведем руки вперед, поставим предплечье на пол, посмотрим на локти, проверим, чтобы локти не были шире, чем плечи, и не уже, чем плечи. Под плечами. Затем переплетаем пальцы рук. Раскрываем ладони. Ставим макушку головы на пол. Отрываем колени от пола, и вот здесь уже, в принципе, получается перевернутая асана, потому что сердце выше, чем голова. Можно сделать несколько шагов вперед. Можно остаться здесь, если это то место, где вам комфортно быть. Если вы чувствуете, что готовы идти чуть-чуть дальше, тогда согните одно колено к груди и побудьте здесь, почувствуя баланс, отдавая вес в руки, в голову. Опустите на пол ногу, согните второе колено к груди, побудьте здесь. Как следующий вариант, сгибаем оба колена к груди
И остаемся здесь, и здесь дышим. Следующий этап. Мы уводим пятки к тазу, колени вверх. И затем выпрямляем ноги вверх. И также выходим из асаны. Сгибаем колени. И опускаемся вниз. Переходим в позу ребенка. И затем ложимся в шавасану. Ложимся на спину. Укладываем тело удобно, комфортно. Разводим стопы, руки пошире. Лопатки собираем ближе друг к другу. Закрываем глаза. И 5-7 минут лежим спокойно, неподвижно, расслабляя все части тела. Особенно обратите внимание на мышцы лица, отпуская напряжение из челюсти, из щек, из скул. Отпуская напряжение из глаз. И затем вниманием пройдитесь по каждой части тела. И мысленно себе можно проговаривать, начиная от стоп. Стопы расслабляются. Щиколотки расслабляются. Икроножные мышцы расслабляются. Колени и бедра расслабляются. Таз расслабляется. Живот расслаблен. Поясница расслаблена. Грудная клетка, грудной отдел позвоночника расслаблен. Плечи, предплечья расслаблены. Запястья, ладони и пальцы рук расслаблены. Шея, горло расслаблено. И все мышцы лица расслаблены. Для выхода из шавасаны сначала углубите дыхание, пошевелите пальцами рук, пальцами ног. Согните колени, подтяните колени к груди. Перекатитесь на правую сторону. Останьтесь здесь на секунду. И затем, помогая себе левой ладошкой, отталкиваясь от пола, поднимаемся и садимся. Садимся в комфортное положение, скрещивая ноги. Закройте глаза, сядьте с ровной спиной и буквально на несколько секунд останьтесь неподвижны и просто понаблюдайте за ощущениями в теле. Понаблюдайте за ровным, спокойным дыханием. Затем собираем ладони вместе, опускаем лоб к ладоням. Поблагодарите все обстоятельства вашей жизни, которые дают вам возможность и позволяют быть здесь сегодня и сейчас. Открываем глаза. Поднимаем голову, поднимаем взгляд. Большое спасибо.